Здравствуйте! Вы смотрите видеообзор от сайта Apps Video Review. Сегодня представляем вам игру Pigs in Trees. Достаточно увлекательная игра. Вкратце предысторию, в чем смысл игры, можно посмотреть, выбрав пункт меню Intro. Вам покажет ролик с YouTube. Вкратце расскажу, что жили-были добрые свиньи, которые сидели на дереве. Почему-то никого не трогали, но тут прилетел злобный дятел, который начал стучать в дерево и беспокоить свиней. И, соответственно, свиньи должны теперь защитить свое дерево от злобных дятлов. Графика очень интересная, никаких настроек здесь нет. Можно только включить и выключить звуки и посмотреть информацию о разработчиках. Почему-то не работают хардварные кнопки на телефоне, работают только кнопки на экране. Итак, начинаем игру. В игре есть 4 сезона. Каждый сезон разблокируется тогда, когда вы достигнете определенного уровня на предыдущем сезоне. Например, для того, чтобы играть осенью, вам надо получить 15 таких вот бэджиков за достижение. В игре присутствует туториал. Вот такой вот вкратце рассказанная история. Значит, свинья летает на таком веселом самолетике. И как только появляется дятел, надо навести на него, проложить к нему путь и навести на него мышку, палец, чтобы дятел был в кружочке, и тогда свинья подлетит к нему и расстреляет его. Место, откуда появится дятел, подсвечивается таким кружочком незадолго до того, как появится дятел. Это самый простой уровень. Значит, в более сложных уровнях существуют разные другие виды дятлов. Например, дятлы, которые ложат бомбы, дятлы, которые быстро летают, большие, которых долго надо уничтожать. Также можно собирать различные бонусы и использовать их. Например, чинить самолет, устроить фейерверк, который убивает всех дятлов и тому подобное. Чтобы собрать бонус, надо указать на него пальцем. Вот, свинью подбили, и у нее идет дымок из самолетика. Мы его починим и продолжаем спасать дерево от дятлов. Игра достаточно увлекательная, много различных вариантов игры, много различных вариантов врагов и достаточно много уровней. Все уровни бесплатные, надо только играть. Нарисовано все красиво, движется аккуратно, не тормозит. В общем, игра получилась хорошая и занимательная. Не знаю, будут ли еще дополнительные уровни, но я думаю, что 30 уровней в каждом сезоне должно хватить всем. Итак, это было Pigs in Trees. Удачно вам поиграть, получать удовольствие от игры. На этом все. До свидания.